народ, всем привет, с вами снова я, Зазепа, продолжаем. Ром 2, Total War, давненько я уже не записывал, но, как говорится, пора бы уже и начать, да? Пора бы уже и совесть иметь. Так, насколько я помню, вот это вот недобитки, которых надо вот как бы изничтожить. Вот, у них уже нету ни городов, ничего. Ну, такая есть армия уже, можно сказать, ваншотная. И, по-моему, нам объявляли войну царские скифы. Вот эти вот нехорошие люди. По сути дела, у них тут два города, да? Это ведь тоже царский скиф. Да, это царский скиф. Как они так? На одной территории, что ли, распределились или что? Хотя, может быть, там и две. Без понятия. Нужно еще по этому городу успеть ударить. У тебя 20 из 20 одни наемники. Отлично. Ты наемников нанять можешь? Не можешь. Плохо. Садись, двойка. Авторитет. Кто там у нас авторитет? Ну, явно не ты. Ты не похож на авторитета. Может, ты? Нет, не ты. Так, кто есть самый авторитет? Ну, наверное, вот эти вот пацаны, которые воевали. Они там вообще... Прям в авторитете все сидят. А, вот ты кто. Не знаю. Давай вот так вот сделаем тебе. Приятно. Я бы, конечно, войска бы подхилил немного, но... Они сами, в принципе, со временем захилятся, так что... Думаю, не критично. Может, потом... Этими же войсками и, так сказать, Италию уже до конца надо захватить, как считаете? Я считаю, что это хорошая мысля. Вот. Ну, мы с Римом вроде как неплохо даже контачим, да? Воинственный. Слушайте, римляне, а давайте-ка мы вам... Не, ладно. Хотел им торговый союз предложить, потом понял, что да, ну их в пень-колоду, да? Ну, вроде как везде все строится. Навык мы присвоили, можно, короче, завершать ход. Они там все походят. Кто-то кого там уже гоняет. Не понял. Вы хотите мирный договор, блин? Вы нам сами объявили войну и требуете теперь мирный договор от нас, да? Еще бабки нам хотите отбашлять. А ну-ка пошли-ка вы куда подальше. Смешной какой-то дядька. 47. А ну-ка, давай-ка посражаемся для разминочки. 47. Главное, смотрите, у нас-то шансов так-то побольше, чем у них. Да, у нас конницы много. Эти пацаны, да ладно еще, блин. Если бы у нас, может, походного шага не было туда, можно было бы сделать авторасчет, но так-то, наверное, не получится. Ну что, мы сейчас похромцаем тут этих скифов. Пишить там некуда. Империя у нас большая, ступать всегда есть куда. Чтобы перегруппироваться. Посмотрим. Еще подмога придет, не критично. Армия, в принципе, большая у нас. Кто у вас? У вас конница, да? А здесь у вас кто? У вас что, одна конница, что ли? Хотя вы, да, вы же скифы. Что-то мне помнится такое по истории, что они там конницы очень сильно любили. Так что давайте нашу конницу, может, тоже? Ебать, одна конница. Пацаны знают толк в войне, походу. Так. Даже нет, давайте вот... Что я нажал? Ладно, неважно. Вот
Так вот, в первый отряд у вас конюхов. Ведь одна лучная конница. Как бы вам так ворваться получше, ребята? А вам надо как-то оборонительные позиции занять. Давайте. Даже не знаю, как давайте. У меня, в принципе, эти пацаны, которые с копьями, так что я думаю, это не особо-то и критично, да? Лишь меня вынесут. У них реально лучная конница. Пиратор. Не хочешь поездить вместе с ними? Тоже давай врывайся как-нибудь. Не, подожди, второй отряд. Вот вам даем. Не, ладно. Так вот. Угу. И вы, пацаны, как-то, не знаю, тылы прикрываете, что ли? Вы будете хоть четвертый отряд. А вы будете пятый отряд. Блин, я не знаю, это сейчас тяжело будет, очень тяжело. Где мы? Нашего военачальника напали. Где мы? Военачальник. Военачальник у нас будет вообще отдельным отрядом. Он, по сути дела, даже воевать не должен. Так, а конница? Наша конница. Вот бегом вот на этих вот ребят. Это будет жестко. Это будет очень жестко. И давайте тогда, знаете что, раз мы уже так выстроились. Первый отряд. И что-то я очень много конницы объединил. Давайте те, которые гоняться, в принципе, не могут. У нас будут тоже отдельным отрядом, седьмым. И эти пацаны, короче, будут врываться. Даже не знаю на кого. Ну то есть, ёб ваш. Не, ребят, у меня плохая новость, это походу слив. Первый отряд. Кромсайте вот этих гандонов. Седьмой отряд. Не, эти пацаны нам сейчас тут дадут конкретно так. Где мой шарше-дженераль? Воодушевляй давай войска наши. А вообще лучше давай-ка сюда. Вы, ребята, ну естественно, вы бьете вот этих. Вы тоже. Вы как бы вот этих атакуете. Этих. А вот вы, второй отряд,
кажется. Чтоб ее. Вы сюда давайте. Сюда. Хер его знает. Сюда. 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 Стоп. Стоп, 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 стоп. Эти разбежались. Заебок. Давайте теперь... Сюда. В темпе вальса попрошу. Наши ряды дрогнули. Вот только вот не надо мне то, что наши ряды дрогнули. Так, лучники, пожалуйста, попрошу вас. Вот этих вот ребят. Где наши еще лучники? Тоже давайте сюда же. Еще вот этих вот добейте. Ну эти ребята гонят, короче. Главное не отделяться от основной группы. Да, блин, они, сука, сильные, но... Они, блин, не боги войны. Военношальник. Нашальники. Давай. Показывай мастер-класс. Военно-нашальники. 5. Вот вас в один отряд мы группируем тогда уже. Будете лупашить по этим. Наши остались без снаряжения. Это кто еще, блин, припёкся тут мне на мою голову? Давайте им. Покажите Кустину мать. Все? Все, пиздюлей выхватывать, да? Отлично, эти их задержали. Наши остались без снаряжения. Где наши там военачальники? Все, сейчас вашему дадим звездюлей. Наши остались без снаряжения. Подожди, Игорь Фурблад. А, так, что я хотел? Лучники мои. Ну так, Настя, кто так хотел я? Нет, давайте военачальники. Военачальники ихнего. Наши бегут с поля боя. Наш военачальник погиб. Блять, серьезно, сука? Battle ready and eager.
все войска побегут. Это нихуя несправедливо. Давайте-ка поднажмем. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да это охуели что ли все в край? Вражеский военачальник убит. Шупер. Давайте, давайте, быстро, все. Оперативненько. Луз! Давайте уже этих до хамсайте, я не знаю. Вы хоть ворвитесь. Вот по-человечески. Чё же это мы им спуск даем? Все! Все, мать его, в темпе вальса. Пошевеливаться. Была наши команда. Бегут с поля боя! Какой позор! Лучники. Не отпускаем живым. Наши остались без снаряжения. Ебашьте, родненькие. Стоп. Тоже не знаю, как бы так помягче вам сказать. Давайте тут уничтожен целый отряд. Распределяйтесь. Люд! Стоп. Пики я попрошу остаться. Вас тоже. Господа хорошие. Лучники. Бейте. Что там, догнали их уже? Пока еще не догнали. А можно как-то поскорее? Все складывается в нашу пользу. А вот теперь стоп. А вот теперь сюда. Сюда. Пацаны, сюда. Пацаны, сюда. Все, этих бейте. Отлично. Мы их каким-то чудом сдрючили. Наши бегут с поля боя.
Какой позор! Оп-оп-оп, быстрее, 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 быстрее! Все? Все, суки, допрыгались, блядь! Наши остались без снаряжения. Бегом, ублюдки. Чё, кто кого перестреляет? Давайте, смотрим. Всё? Тяжелая победа. Ёпта. Завершить битву. Да, знатно они нас так... Блять, у них одна офигенная, офигеннейшая просто конница. С охуенными просто ребятами. Блин, как так, а? Фух, это был тяжелый батл. Очень тяжелый. Наша конница, в принципе, тоже сыграла хорошую ключевую роль. Но лучники просто затащили. Он impossible, я бы сказал бы. Против лучников они ничего не смогли сделать. Теперь я знаю, как с вами бороться. Убиваем пленных. Это ты чё, уже там на нашей земле, что ли, уже? Стив. Сейчас мы тебя отожмём пару городов, если не возражаешь. Так, Эвланы. Эвланы это хорошо. Эвланы это наши друзья. Так. Ну давай. Вот так вот сделаем, да? Кто-то там подгребал уже к моему городу. Мне это не очень нравилось. А вот ты где, петушара, блин. Бесполезная. Ну-ка давай-ка сюда. Ну поскольку этих тоже как бы лучники, я не знаю. Будем ждать. В гости, так скажем, да? Я, конечно, перестарался, может, с наемниками. Ой, да с наемниками сложно перестараться. Дай-ка мы тебе дадим свежих войск. У тебя заберем не свежих войск. Угу. И вообще, знаете, что давайте? Как там это дело? Ctrl-M, по-моему, да? Так и есть. Ctrl-M. Войска посвежее были. Ну а теперь давай им пропишем. Айдан, Кичидан. Все. Вешайтесь. Господа.
Забираем нафиг пленных. Качаем чувака нашего. Естественно. Не знаю, давай вот это. Рискую. Короче, с следующего хода будете захватывать город. Вот мой next command. У тебя тут все нормально, да? Ты это в случае чего жалуешься, как бы. Может не си... Ага! Хотел уже ход завершить. Не тут-то было, да? Закололи, короче, пацана. Ни за что, ни про что. У тебя какие-то новые боевые способности, да? Давай вот это. Неплохая способность. Так. Македония. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears tingle. Perhaps you have spoken with clarity of thought. Что, теперь я могу здесь свободно перемещаться, как бы без... Ты думал, мы тебя просто так отпустим? Даже не рассчитывай. По старой схеме тебя отработали, короче. Все? Все, что не способны. Чё-то слабо. Что касается тебя. Что касается тебя, давай-ка на нормальный шаг. Становись. Иди в Геную. Лечись. Как я в рифму, да? Это ж наемники, да? Итальянская конница. Все, короче, опять казну сейчас будем делать. Обычных пацанов мне, пожалуйста, запакуйте. Так, что еще я хотел? Нормальных пацанов запаковали мне. Че у тебя по войскам? Сидишь, город охраняешь? Ну давай, молодец. Все правильно делаешь. Качаем наши войска. Коль уж так. Эти туда даже не сунутся. Ты не можешь на нормальный? Вот такой вот вам эдикт, ребята. Ну все, я
думаю, можно завершать ход. Товарищ шпион. Только что-то тут забыл. Мирный договор. Поздно. Вот эти две территории, они уже по праву мои, понимаешь? Мирный договор. Мирным договором ты сейчас не отделаешься, приятель. Не сегодня. Так что можешь даже не мечтать. Ладно, обычный ход. Тебя тоже. Давай сюда подгребай. Авторасчет 88. Все, минус земля, ребята. Извиняюсь, конечно. Но у меня вынудили сами. Вот так вот, ребята, и лишаются городов. Броня, давай. Броня крепкая, танки наши крепкие, да? И теперь сюда гребем. Ты гребешь сюда. Нанимаешь обычные отряды. Наемников я тебя пока распускать не буду. Успеваешь, да? Подожди, это что такое? Давай вот так. Раз уж так, да? Я куда-то свалил. Ну чё, на разведку? Нужно было, конечно, их здесь отрезать, этих скифов. Мы с ними воюем. Нет, мы просто имеем испорченные отношения. Как-то вот так вот они распределились, да? Ну чё, разберемся. Арвены. Арвены, что-то я про вас вообще забыл. Даже что-то я не туда сместился.
сразу общественный порядок поднялся. Дети, Арвены. Арвены, вы тут, да? Так, вас сюда определим. Ну что, постепенно будем еще и Испанию отвоевывать, да? Это мы неплохо так устроились, неплохо. Так, это вот так. Вот так. Сиракузы. Ну ничего. Как-нибудь справимся, да? Еще доход побольше, но пищи будет поменьше. Хорошо. Well, Matt, what do you wish of me? I would walk to the other world for my tribe. Че, будешь разведывать? Что я тебе могу сказать? Главное, никому не ни там, понял? Подожди, что это за... А, я понял, кто вы. По жизни. Ну эти с этими контачи. Чё за бред? Не воюем, не воюем. Неплохо. Че, я думаю, может охоты завершать тоже, да? Так, ну тебе войска не нужны. Не, что-то у меня дофига мечников. Ну, так давай. Нет, так не давай, а вот так давай. Наемничков бы сократить немного. Ну, скажем, вот так вот сделать, да? Чтоб сил у нас хватило на другие места сражений. Здесь тоже поджались к этим пацанам. Тут уже ходить не может. Вот и все. Вот и хаздец вам пришел, ребята. Причем такой, знаете, капитальный, такой хороший, такой хаздец уже. Пол так Европу себе так хорошо так отжали. Я лично вообще не возражаю против таких действий. Не понял. А что это он там выебывается? А что это мне население встревожено? Так, ну-ка, ребята, давай-ка разберемся. Население встревожено. Где этот нехороший молодой человек?
Ну-ка, давай-ка отстроим тут общественных зданий для общественного порядка. Даже не знаю, такое количество конницы у нас. Почти нету лучников. Ох, нифига себе! Вот теперь все в разы лучше. Просто, значит, сход потеряю, если они выйдут. А так можно и откормить их. Тем более наемники особо не жалко. Оккупируем. Все, the best. Можешь возвращаться в город. А мы еще с этим городом не договорили. Так, как-то, где там? Стифы! Ублюдки! Хоть в курсе, что в следующем ходу у вас будут неприятности. Явно вы на такое не рассчитывали, когда объявляли нам войну. Что по войскам? Войска сидят. Я думаю, смысла в город заходить тогда нету. Походил. Теперь, ну что это ты не можешь? А, денег нет. Прискорбно. Это прискорбно. Даже не знаю. Давай-ка отряды пообъединяем. Вот тебя качнем, короче, молодого и резвого бойца. Так, короче, тебе сделаем. Дабы сократить наши растраты, да? Не, эти хай хилятся. Блин, ну уж передовые отряды. Так, нанять. А, ну да, бабла же нету. Чё это я? Подожди, какие войска я могу тут нанять? Продолжаем, на год. В общем, не знаю, и как крашнуло у меня, в общем, вылетело, и мне пришлось тут буквально один ход сделать то же самое, что я, в принципе, и делал. Единственное, в чем отличие, это вот эти вот пацаны, нет, не вот эти пацаны,
А вот эти с нами заключили торговое соглашение, сами предложили, между прочим. Этого пацана сюда уже не подводил, я ему поставил наем войск. Ну, этих завел уже в города, чтобы мы там отсиделись хоть немного там. Войска свои подлечили. Ну и захватил, собственно говоря, вот этот город, который в предыдущей серии. Я там ему уже лучников не нанимал. Ну, получилось у меня, в общем. Авторасчетом, конечно же. Вот. И на этом, я думаю, можно завершить серию. А, ну да, и войска я тоже объединил. Там некоторые отряды. Ну, только вот этих, наверное, пропустил. Но я думаю, не беда, да? Вот так вот сделаем. Даже вот этих можно в один, чтобы у нас больше бабосика было. Вот этих еще можно даже. Меньше наемников, как говорится, больше денег, да? Ну, я тогда буду с вами прощаться. Сохранюсь. Назову. 13. Серия уже 13-я, походу, дело. Вот, а с вами был Зазепа. Лайк, подписка.